А теперь о спорте. Бег, эстафета, прыжки в длину. Чемпионат по легкой атлетике среди школьников состоялся в Томилине. Соревнования прошли на базе стадиона «Урожай». Первенство поселка Томилина по легкой атлетике – традиционное спортивное мероприятие. Уже 7-й год подряд на стадионе «Урожай» встречаются школьники, которые успешно прошли отборочный этап на базе своих учебных заведений. Лучшим спортсменам предстоит поучаствовать в забегах на 60, 100 и 500 метров. Также в программе чемпионата – прыжки в длину и эстафеты. Мы проводим это с целью популяризации и дальнейшего развития легкой атлетики и в Томилине, и в нашем городском округе Люберцы, поскольку у нас есть в Люберцах детская и юношеская спортивная. Спортивная школа по легкой атлетике. И мы как бы тоже встраиваемся в эту систему. У нас есть дети с хорошим потенциалом, с беговым. Единственное, что бы я им пожелал, это, так сказать, в дальнейшем посерьезнее тренироваться. Но это уже на уровне детских спортивных школ специализированных. На этот раз в соревновании приняли участие воспитанники 5 томилинских школ. Это дети с 5 по 11 классов. Выступления проходили в 3 возрастных категориях. В каждой из них определятся сильнейшие. Это знакомый для нас турнир. Мы очень рады в нем участвовать. Заряжены на победу. Много энергии, сил. Конечно, погодные условия дают о себе знать. Прохладно достаточно. Но мы постараемся показать максимум, на что мы способны. В прошлом году на стадионе «Урожай» произвели капитальный ремонт. Здесь установили специальные беговые дорожки с резиновым покрытием. В планах у руководства спортивного объекта выйти за рамки поселка и провести такой турнир среди школьников со всего городского округа. Луиза Егазарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.